культурно-спортивном комплексе поселка Тикси посетителей, как всегда, много. В тренажерном зале занимаются спортом. В большом зале дети упражняются по северному многоборью, а в малом – по вольной борьбе. Кто-то спешит на сеанс любимого кино, ведь тут еще и кинозал с 3D-оборудованием, рассчитанный на 200 человек. В комплексе северяне могут найти занятия по душе. Здесь работают кружки по хореографии, рукоделию, шитью и вокалу. Ведутся спортивные секции по масс-рестлингу, легкой атлетике, хапсагаю и боксу, также по массовым видам спорта, как футбол и волейбол. Действует центр тестирования ГТО. В 2019 году мы выиграли конкурс как муниципальный центр тестирования ГТО, и мы получили уличный спортивный комплекс хороший, который стоит, он здесь у нас сбоку от КСК. Тоже летом он функционирует, люди ходят, комплекс очень замечательный, есть тренажер жим лежа, есть турники, силовые виды, все есть в принципе. Коллектив КСК молодой, костяком служат специалисты, которые по окончании института вернулись на родную землю. Один из них – тренер по вольной борьбе Жан Самойлов, уроженец Кюсюра, выпускник Чурапчинского института физической культуры. Молодого тренера дети уважают и любят. Ну, с детьми, мне нравится с детьми, в общем, работать, поставлять им задачи, вот основное, да, физическую подготовку, чтобы держали. Хорошо вот питались. Мы все, когда перед тренировкой, после тренировки всегда вот и, ну, соблюдайте чистоту и порядок себе, вот все этим, ну, говорю, чтобы держали. Бегом, 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 ребята. Какие достижения есть уже у ваших воспитанников? Второй год подряд спартакиада участие в общей командной защите. Второй год подряд третье место занимаю в своем группе, в третьем группе. КСК – любимое место юных чемпионов. Победительница республиканских турниров по северному многоборью Дарья Васягина занимается здесь ежедневно. Благодаря упорным тренировкам девушке легко удаются и прыжки через нарту, и метание аркана на хорей. Ну, моя мечта вообще была в 15 лет получить кандидата в мастера спорта, но она еще пока не сбылась. И вот моя цель – до 16 лет получить кандидата в мастера спорта. А пятиклассница Валерия Сафронова увлекается бегом. Кроме того, она неоднократно занимала призовые места в соревнованиях по северному многоборью. Маленькая бегунья мечтает стать чемпионкой. Для этого в комплексе созданы все условия. Да, я бы хотела, когда вырасти, стать чемпионкой. Как ты думаешь, какие дети, люди становятся чемпионами? Которые много занимаются, вот, много ходят в спортзалы, вот, уже подготовленные. Культурно-спортивный комплекс в Заполярном Тикси ежегодно посещает около 24 тысяч человек. Такие серьезные цифры требуют обновления оборудования, аппаратуры, проектора кинотеатра и улучшения услуг. Коллектив желает в будущем провести у себя крупное спортивное соревнование, подобное спортивным играм народов Республики Саха-Якутия, которое положительно повлияет на развитие улуса. Также в КСК нужны специалисты. Помогаем вновь прибывшим работникам. Первый год жизни в Тикси мы оплачиваем полностью жилье. Потом второй год, когда более-менее человек обоснуется, уже как бы, ну, может попросить муниципальное жилье, ну, либо где-то арендовать. Напомним, что на фестивале «Музустар» молодые балунчане дважды становились лучшими среди арктических районов. А для лучшей молодежи Арктики необходимо место, где они могли бы реализовать самые смелые мечты. КСК является тем самым центром сплочения, совместного труда и дружбы северян.